Эх, хороша сегодня погодка. Синее море, прекрасное настроение. Город Бордегера. Продаются в новой резиденции апартаменты двухэтажные, 170 метров квадратных, с видом на горы, лес, город Бордегера, море. Апартаменты с большой террасой. Сейчас мы по ней пройдемся. Владельцы здесь не часто живут, поэтому все немножко засохло. Но мы-то на позитивной ноте, поэтому всегда можно. Вот у них здесь было автоматическая система полива, можно всегда все сделать, чтобы все было зелененькое. Здесь у вас отдельный вход. Для детишек здесь можно сделать бассейн. Здесь можно сделать тент и наслаждаться вот такой красотой. Очень тихое место. Это вот такая терраса закрытая. Внутри делать абсолютно ничего не надо. Сейчас в этом тихонечку убедитесь. Это кухня с выходом на террасу. Дверка есть как и здесь, так и здесь. Две двери. Абсолютно полностью оборудованная кухня. Компания NEF. Очень неплохая компания. Зал. Здесь у нас достаточно просторная ванная комната. Здесь постирочная. Здесь у нас первая спальная комната с выходом на террасу. Здесь у нас отдельный вход, выход на террасу, еще одна спальная комната, вторая, с гардеробной. Повторюсь еще раз, здесь делать вообще ничего не надо. Заехали и живите. Есть интернет. Так, и пойдемте сейчас вниз. У нас внизу располагается большая хозяйская ванная комната. Вот такая вот просторная ванная комната. Очень. Здесь у нас идут встроенные шкафы, очень просторные, объемные. Смотрите, что можно все поместить.
И вот такая просторная спальная комната со своей отдельной террасой. В резиденции есть бассейн. Вот здесь он. Красивый очень вид. Где-то порядка 120-150 евро в месяц стоит кондоминиум. Кому интересна стоимость кондоминиума? Вся подробная информация будет по ссылочке, которую мы вам укажем внизу данного ролика. Все, ждем вас на связи. До свидания. Спасибо.